Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Алании», в Турции, Paradise Alanya. Дорогие зрители, нашел пятикомнатную двухуровневую квартиру в районе Тосмур, около речки Тим и около моря. Расстояние отсюда до воды 400 метров максимум. Здесь огромная территория, это сказочный проект, один из моих любимых проектов в этом районе. Здесь олимпийский бассейн, калитки, которые выходят прямо к речке, к парку, и огромная территория. Эта квартира подходит под гражданство, кто желает получить гражданство Турецкой Республики, так что звоните. Проект был построен 14 лет тому назад, строили англичане. Планировку вы сейчас увидите. Итак, дорогие, терраса, вид с террасы на речку, на горы и на соседние здания, также на территорию, как вы увидели. Так, здесь нужен ремонт кое-какой. Так, закроем вещь. Комнатка отдыха или зимний. Зимняя комната, как называют кышодасы. Террасу они как бы... Была огромная терраса, закрыли, сделали как домик. Дополнительная комната. Дорогие зрители, цена этой квартиры 317 500 евро. 4 плюс 1. Айдан здесь 400 лир. Смотрите дальше. Хотите гражданство? Смотрите. Не хотите гражданство? Не смотрите. Но проект красивый. Я еще спущусь вниз и покажу вам всю инфраструктуру. Первый санузел. Так. Спальня это 13,5 квадратных метров. Здесь огромный высокий потолок, не знаю сколько метров, 6 метров или 5 метров. Так. Здесь балкончик, также вид на горы и на соседние здания. Рядом вся инфраструктура, вот вид на море с этого балкона. Рядом сеть магазинов «Шок», здесь фруктовый магазин, еще один магазин. Вот центральная улица. Снаружи у нас открыта парковка по всей территории. О, вид на крепость Алании. Вот крепость Алании. Подземный проход, песчаный пляж. Балкончик. Здесь у нас 15 квадратных метров как минимум. Полезная площадь чистовая. Также выход на балкон. Сейчас очень мало осталось квартир под гражданство, а также вилл. Но чем покупать виллу вдалеке от моря, лучше купить такую двухуровневую большую квартирку. Так, здесь у нас кладовка, стиральная машинка, проточный водонагреватель фирмы Вейта. Здесь санузел без душевой кабинки. Третья спальня. 4 плюс 1, короче. Что сказать? Душевая кабинка. Также в этом санузле хозяйская спальня. Также балкончик еще один, вид на море. Там блоки кондиционера установлены.
И вот огромная гостиная, совмещенная с кухней. Бытовая техника здесь Siemens, духовка, плита Bosch, вытяжки нету, холодильник Bosch. Вид с кухни на речку и на море. Кондиционеры также старенькие, фирмы Самуи. €317 500. И гражданство можете получить по этой квартире. Так. В той стороне детская игровая площадка, там теннисный корт, зона пикника, огромная территория, одна из больших проектов с огромной территорией. Вот еще одна терраса, скажем, да, балкончик террасы. Спускаюсь я вниз, дорогие зрители, не закрываем ролик. Здесь у нас встроен глубокий шкаф, видите, да? Вышел я из квартирки. Здесь также есть встроенный шкаф. Вызовем лифт. Две квартиры на этаже. Вот нашел друга. Лифтик маленький такой. Здесь 3-4 человека. Вышли мы из лифта. Тут пандус. Да, вот открытая парковка. Охранник 7 дней 24 часа. Все под наблюдением. 7 дней 24 часа. Район Тосмор, дорогие зрители. Сейчас насчет ВНЖ я ролик не снимаю, потому что законы они поправят. Точно эта информация есть уже на рынке. Потому что неправильная информация по всему рынку. То, что в Махмутларе, Кестеле, Каркаджаке, в Салар не выдают ВНЖ по покупке даже недвижимости. Это абсурд. Так что ждем поправку. Думаю, что после 1 августа все исправят. Вот такой красивый проект. Сказочный, дорогие зрители. Сейчас у меня здесь тоже знакомый проживает несколько. Сейчас меня увидят. Агаси. Где ты? Есть горочка, есть мостик. Выйду-ка я к речке. Как мне нравится этот проект. Там ресторанчик работает в сезон. Там не буду снимать. Она функционирует. Но еда платная, конечно. Но бесплатно не дадут. Так, здесь теннисный стол, детская игровая площадка. Надеюсь, я смогу открыть двери. Но у меня чип, кажется, не сработает. Потому что... О, даже так. Сработал. Вы ходите к речке, гуляете, кайфуете. Там тоже ресторанчик прямо на речке, беседка. Вот. Чистейшая вода, как вы видите. Вот. Рыбки плавают. Я отсюда несколько рыбок увидел. Вот эта дорога прямо выходит к морю. Максимум отсюда 250 метров. С этой стороны 400 метров позади проекта. Вот видите мостик. Машины проезжают. Вот перед этим зданием у нас первая береговая линия.
Сколько там зданий? Раз, два, три, четыре. Четыре здания. Рассчитайте расстояние. Ну, 200 метров как минимум есть. Звоните, пишите по номеру. Плюс 90 555 064 91 10. Если вас интересуют другие варианты, также заранее приезжайте в Аланию. Пишите мне там 2 дня до вашего приезда, что ищу по таким критериям такую квартирку или там, виллу. И я вам ее найду. Также у нас есть телеграм-канал в описании. Переходите, там также бывают горячие предложения. Так как я не успеваю снимать ролики, и порой цены хозяева меняют, так что мой ролик уходит в воздух. Труд этот. Так что заранее показываю все на месте. Всем чао-чао, пока-пока.